Приветики. Испытание вашей любимой фазмофобии. Эллен Миллер. Смотрите, какие красивые предметы. Дождь? Тихо. Дождь. О, мы бегать можем. Ребята, мы бегаем, а призраки злые и голые. Предметы у нас? Это самые лажевые. А что у нас там? Это самые лажевые. Я, наверное, возьму крест на всякий случай. Не одобряю. Слушайте, а, ребята, атака сразу начнется, учтите. Дум? Почему ты так решила? А что ты пугаешь? А у нас ноль. А, у нас ноль. А, это открывается, тю, я смотрю, думаю, что это такое. Это фазмофобия, ребят. Так, не убрали мне, остался этот новый кэм. Нет, это вот этот масенький. Давайте не заходить. Не заходи. Масенький. Учтите, а мы же не можем зажить. Эти фонари вообще светят. А как свет включить? Где тут был свет? А генератор найди сначала. А вы думаете, тут он вообще работает? Да. Ну, если что, тактика следующая. Вокруг костра бегаем. О, я включила, ну, ребята! Мы хотя бы видеть будем это... О, сразу фантик, если что, увидим. Дай нам знак. Give us a sign. Сейчас атака будет. Атака! Атака, Олеж, сзади! Началось! Аккуратно! Ползай, беги! Уходи, а не стой! Алекс, он верит, не в ту сторону она, бежишь! Она за мной ползла! Вот она ползет! Я ее плохо вижу, может это фантом? Нет, я не фантом! Я не видел! А где оно? Вот, нет, ползет! Нет, слушай, видно! Ну накида, вот ползет! Вот, хорошо! А, вижу! Маленькая девочка заползет! Она из красной палатки вылезла, сразу вам скажу! Надо в нее бросить что-нибудь, Алекс, мяч! Зачем? Все. Она вот здесь была. Блядь, нет, я же кончу сейчас. Нет, стоп. Что? Фу, блин. Нет, я подвыл. Give us a sign. Так, жив, здоров. Нормально? Она появилась. Она здесь появилась. Маленькие призраки. Так, а что она, интересно, любит? Меня пугает фраза Алекса. Ребятки. Ребята. Там был пар, когда мы бежали. Да, у нас плюс. Ой-ой-ой. Куда? Ай-яй-яй, окей, маленькая девочка. Убила маленькая засранка. Алекс, пойдем за крестом еще одним. А, по одному. Выходи давай. Говорю, выходи. Пойду крест принесу. Ох, ни хрена. Тут был пар. Алекс, она... Свети мне! Я не вижу! А я зашел! Тихо, вот она! Тихо! Кому светить? Чем светить? Алекс, за мной! Где? За мной! Она где это? Да я за тобой! Да, назад! Если она за тобой, то она... Да! Ну да, ты говоришь! Уйди, дура! Так, вот она, да-да-да, тихо! Тут пар! Все. Все. Алекс, тут она. Так. Сюда надо крест. Тут она. Тут пар просто. Черт, я где-то. Пар, у нас 4 градуса. Ты бросил. Так, я кинул где-то рацию. Блин, я рацию. А уронил. Я где-то крест положила. Черт. Надо вонючку было взять, Алекс. Здесь ответь. Там девочка? Свет горит. А, ну да, ты девочка. Ты че вообще? Черт, где крест? Так, дай нам знак. Ответь, поговори со мной. Алекс, атака! Мама рядом! Она где-то рядом была за мной. Вон она за тобой, да, назад. Вот она, ползай. О, блин, ну слушай, мне нравятся медленные призраки. Кому же они это не прям нравятся? Прям класс. Такая, ну это, вот это у нее сейчас обычная скорость, да? Тихо, ай. Назад! Да где же эта дура? Где она? Блин, ну эти китайские фонари, конечно, тема. Меня убила! Адаша! А я на нее наткнулась. Привет, моя хорошая. Дуже дякую, что ты меня убила, мразота ты такая. Там темно. Как ты так? Здрасте, я ее не увидела, мне показалось, она там шла. Слушай, кто это? Она за бревнами прячется, поэтому я и думал, что это фантом. Ее не видно просто. Нет, она ее видно. Давай накидай, мне показать, что она активная достаточно. Может, этот самый? Смотри, во время, когда атака начинается, она очень медленная, потом она ускоряется. Мне кажется, это джин. Так ведет себя джин. Я уже эту тактику выучил. Да?
В начале атаки, сейчас будет атака, посмотришь. Она как, ходит как Диоген. Вон она. Очень медленно. Нет, она еще не бегала мне прямо. У меня бегала. Алекс, беги! Я видел уже все атаки, как? Слушай, она бегала. Она лежала у меня все время. Не, оно ничего не меняет, это просто две ее позиции. Алекс, беги! Что он делает? Беги. Что ты делаешь? Я попробую поставить Джина. Я не думаю, что это Джин. А как он здесь оказался? Знаю. Мне показалось. Я не знаю. Все. Все, умер. И я тут лежу. Это было красиво, но я чего-то сомневаюсь, что это Джин. Мне кажется, она просто... Баншуха! Баншуха! У меня пропикало. 100 контрактов вы сделали. 50 контрактов. И что еще? У меня пикает фазма дополнения эти... Ачивки. О, мне чего тоже. Тебя, 10 да? делать 10 контрактов. Да, мне тоже повылазили. За все хорошее. Ну так нечестно. Дайте нам хорошую погоду. А тут еще вопрос, будут ли у нас здесь улики. Ну я думаю, да. Возьмите сразу по кресту. Не, ну должны быть. А как так-то угадать? Смотрите, ребят, первое, что делаем, я сейчас бегу. А, вонючку, Алекс, возьми, ты что? Так. Зачем? Ну как от нее вонять? Алекс. Не, слушай, если обычный призрак, то мы убежим. Нет, я взял МП, я взял термометр, я взял. Смотрите, фиолет, значит, первое, что мы делаем, я включаю свет. Я включаю свет, и я не знаю, что дальше делать. Я бегу к этому самому. Да. Атака, начинаем бегать. Если это не какой-то ревенант или что-то еще такое быстрое, то убежим. Относительно. Атака, ребята. Фонари как-то в этот. Здесь! А супер! А с какой стороны, да бля? Я не знаю! Так, тихо. Я куда-то бегу, вокруг костра бегу, не знаю. Олег, сиди вперед. Он сзади нас, он с той стороны. Сзади нас это хорошо. Вон, так, вон, да, тихо. Все, тихо. Да, вижу. Все, видим. Вон, идет. Босс, быстро, ребят, это не Ревик? Да и какой он, да, Ревик бы нас сейчас порвал бы уже. Так, Ревик его замедленный. Так. Ну, уже нас... Я его не вижу. Не вижу его, где он? С другой стороны! Не знаю. Все, сердце так, не стучит. Тихо. Слушай, понятно. А где он появился-то? Где-то здесь. Он был быстрый. Температура. Температура. Бросайте кресты, где он появился. Бросил. Именно. Тут пар. Так это. Тоже пар везде. Киньте да, вот где Алекс. Он появился, вон Алекс, вот из тебя. Вон он, это гост. Нихера себе. Это гост. Я думал, нифига, блин, я такой же. Мне понравилось, не нормально там все хорошо. Алекс, аккуратно. Крест сожрал. Горит костер. Так, давайте. Тут МП пощелкивает. Подождите, сколько? 3-4. Свет надо включить. Уходите оттуда. Я журнальчик брошу. Так, давай, да. Блин, идите по печатке посмотреть, господи. Вряд ли. Ну где-то надо. Блин, тут везде этот пар. Дерево, не знаю. Алекс, вот тут отпечатки бывают. Вот тут выключатель. Тут, говорят, бывает на выключателе вроде. Но он не выключал ничего. Пнул, ребята, он только что мячик пнул. Понять, если не мячик пнул, отходите. Так, стойте, а что... На мячике может быть МПшечка. Разговаривали, давайте я за благоушкой схожу. МПшечка может. Алекс, вот там мячик он пнул. По рации поговорите кто-то. Нет. Мячик. Осторожно, в этой области падла появляется. Он только что пнул бейсбольный мяч. Блин, я его не вижу. Мяч вот. Ну да, вот он и вы... Уйди лучше оттуда. Надо понять его скорость. Так, я раз принес. Если да, что-то пнет, скажи, я сразу проверю. Давай. Так. Там свет. Слушайте, или... а давайте ради. Ребята, это демон! Пал. Нет? Где второй крест? Почему? А не два знаю. Раза я крест укусил. Он не атакует я пока. Алекса кину. Алекс, либо надо демон, его обкурить либо сейчас. Либо надо проверять. Надо его обкурить сейчас. Так, если ты думаешь, что он ускорился там, может мне показалось. Может, мне показалось. Дай знак. Надо проверить. Там свет горит, Алекс. Там свет горит. Алекс, свет. Свет горит. Я не знаю, ничего. Атака, Алекс! МП. Ребята, вот он! Атака! Вы прям в центре костра! Да, он оттуда идет. Вот он идет. Блин, вообще на Они похож. Он не моргает почти. Алекс! Куда ты идешь? Нет! Черт! А Даша, ты чё? А, всё, атака. Так, ну кресты. Чёрт. Опа! Вентит. Так, пошли отсюда, пошли выйдем. Надо мозги включить. Пошёл в жопу! Он за нами идёт! Я вижу. Ух, сколько гастух.
Так, ну смотри, я поставила... Я не знаю, я не вижу ни одной улики, понимаешь, в чем проблема? Может, ее и нет? Тут вот это вот прикол. А демонические шмотки есть? Ты не смотрела? Нет, я боюсь там смотреть. Слушай, ну атака такая прям... Натач, слушай, а если я выпью... Ну да, можно было не пить таблетки. Слушай, давай его обкурим. Давай обкурим. Демон же будет через минуту атаковать. Ну, как вариант проверить. Так. Блин, вещи самые дешманские. Короче, давай сейчас... У нас цель обкурить. Надо генератор быстро включить, он темно будет. Так, готовься. Готовлюсь. Я прям держу вонючку. Здорово. Блин, я хочу свет... А, горит. Он вырубил свет. Алиш, уходи. Так, а? Вот он сзади, Даша. Курю, сзади. Курю. Он у этой гирлянды появился. Подожди, так он завис? Он-то вообще не, остановился. Вот, я смотрю его. Ты его обкурила, да. Он немножко затупил. Так, я засекла. Где он? Вон он. А, слева, слева. Бегу. Вон он. Он там останавливается и тупит. На свету? А че он тупит на свету? Не-не-не, он тупит, когда мы... Он не знает, идти налево всё, или всё, направо. Всё-всё-всё. Банши, что ли? Он появился вот здесь, смотри, вот возле этого дерева. Ты пешнулся, что? А ты там стоял? Я не поняла. Кресты, все, я так понимаю. Уже туда журнал кидануть, херовали. Учти, у меня уже все. Кстати, у нас есть еще 30 секунд, если это демон. Сейчас я отнесу. Атака. Атака, по-моему, нет? Нет, нет, открыты же двери. Гирлянда моргает. А что гирлянда моргает? У меня не моргает. У меня моргает, как при атаке. Нет, у меня может, нормально. Вен? А у меня не тупо моргает. Да? Что-то бросил. Да, он я слышал. Возьми МПшечку. Там МПха возле Алекса где-то лежит. По-моему, где-то возле Алекса. Я не вижу возле... Неа. Блин. Да, он бросает вещи. А это книга. Книга. Я не знаю, что учти, у тебя вторая вонючка. Да, я не курил. Это еще. Не демон, полторы минуты прошло. Неужели опять атака? Сзади тебя, у палаток появился. О, так это демон. На демонюгу похож. Похож. Потому что, ну, около полутора минут прошло. Вот, видишь, он там виснет чуть-чуть. А, да, обратно? Идет в обратную сторону. Ну и что ты, дурное? Блин. Ну он такой, стрёмный парень. Так, о, мне кажется... Ты поиграл, да? Так, а где? А вон он обратно. Мне кажется, это демонюга. Ну прошло меньше, обычно, по-моему... Блин. Для призраков 2 минуты, по-моему. Ну тут явно не 2 минуты прошло. Ну давайте попробуем демона, учитывая, что он сожрал 2 креста. Блин, дождь, конечно, напрягает. Так шумно в игре из дождя. Алекс, ты где? Может, Алекс нам подскажет? У тебя нет подозрения, что это демонюга? Не знает. Ну, не знает. Я не уверена. Мне кажется, это может быть демон. Но меня смущает, что нет улик. Мне это очень А демоническая вещь какая-то есть? Хоть Алекс, что-то? Ты не видел? Не видя, а мы бы увидели, наверное. Ладно, ну давайте попробуем проверить с крестами. Он сожрал все кресты и только тогда закончил. Он уронил камеру, да, что ли? Козлина ты драная. Ладно, поехали, попробуем демона. Но может быть я и ошиблась. Не знаю, ребят. Прошло точно меньше 2 минут. Минута может быть с хвостиком, но точно не 2. Я же сижу, у меня вот тут таймер тикает. Либо это как-то по-другому теперь испытание проходится. Но он сожрал 2 креста, как опять-таки... Как это мог быть Диоген? Каким хреном? Подождите. Каким чертом это был Диоген? Он же, ну, достаточно. Как вообще можно с таким ошибиться? Он, да, он вот. Топтался он вначале. Ходил обычно, он там, да, он всегда, правильно Олег говорил, я мертв вообще классно видел. Он всегда зависал, вот вы как, знаете, стрелки на часах расходятся на 12, mm-hmm. на 6, и он в этот момент начинает, да, замедляться, такой что-то тупить просто на, это, я тоже думал, то, что он направление, видимо, теряет, а он как-то, я не знаю, хотя Диоген, он должен сначала ускоряться и вблизи замедляться.
Ну какая-то хрень. А вот он, наверное, нас типа и не видел. Последний, на кого бы я подумал, последний, на Ревенанта и на Диогена я бы не подумал бы ни в жизни. Жесть. На. Потому что этих ребят по скорости можно определять. А это говно вроде бы ходит нормально, потом тупит в какой-то момент, но все равно потом идет нормально. А какого черта? Где я? Я уже на пикнике. Так, спокойно, я уже мангал разжигаю. Да, так, спокойно. Так, чтобы я возьму раз. Единым целым. Возьму два. Я возьму фиолет. Слушай, Даша, а если мы не выйдем? Как то Алекс там останется. А ты можешь через двери, подожди, не открывай. Ты можешь протиснуться, Алекс? Ты можешь протиснуться? Алекс! Мне кажется, его уже все забрал Слендер или кто-нибудь еще. Где ты? Алекс! Ты не Can you talk? Алекс, а он же туда провалился. Алекс, а вон он ходит, ты... смотри, Даша. Алекс! Иди к нам. Алекс, иди на голос. Алекс, ты как Слендер, что ли? Ты можешь Слендера потрогать? Ты можешь его потрогать? А там нет Слендера. Слендермена. А он с другой стороны тогда. Алекс. Стой, может, с этой стороны? Ты где? Как он провалился? Выйди из машины, из-под машины. Алекс. По-моему, он вышел. Алекс, ты тут? Не, Алекс тут. Не, вряд ли. Не, он здесь. Алекс, ты нас слышишь? Алекс, ты где? А ты на рацию нас слышишь? По-моему, Алекс, все. Он, по-моему, под машиной. В смысле? Ну все, мы его как потеряли. Как он оказался вообще там, в той стороне? Это очень интересный вопрос. Будем искать призрака или пошли... А, будем искать. Да, попробуем. Может, мы его сейчас спасем? Так, я иду включать. Я думаю, это быстро будет. Даша, сзади где-то меня, возле меня. Вон идет, вижу. Вижу. Очень медленный. Медленный. Давай я его ближе подпущу чуть-чуть. Проверим, может, Диоген опять? Ну, как хочешь. Не, ни хрена! Не, не Диоген точно. Можно еще Райдзю проверить, кинуть ему потом вещи. А я соль еще хотела. Сольку проверить, да? Свечки? Все? Ну, не тушатся, наверное. Ага. Откуда он пошел, ты не видел? А где он появился? Где он был? Он появился вот тут на входе. Смотри, вот мяч кидает. Мяч пинает. Так, я крест положила. Надо лут нести. Так, Салим. Тут МП-5 Салим. Нет? У меня свет... У тебя свет не моргает? Посмотри вот на улице. Как нет, при атаке. Обычный, нет. Нет? У меня моргает. Слушай, я вот реально не понимаю, есть улики, нет улик. Я не вижу и ни огоньков. У меня моргает. А у меня нет. Да. Огоньков я не... Или... А, это ты дергаешься. Нет, это не огонек. Ну, давай принесем туда на вход, если ты думаешь, он на вход. Он, учти, мог ты пэшнулся. Мог ты пэшнулся, да. Так, стой. Мираж какой-нибудь? Охрен его знает. Я дневник ему бросил. Давай отойдем. Давай отойдем, посмотрим, где он. Сейчас я свет включу. Блин, стрёмно, когда так моргает. Атака? Да. Да, вон он, смотри, в кустах. Он ой, да, из кустов. Ой, он медленный. Медленный, да. Он типа нас не видит сейчас. А я не знаю. Разворачивается. Идет к тебе. Такой бодрячок. Чувачок-бодрячок. Все, пропал. Так, быстренько переносим вещи тогда туда. Давай туда, в кусты. Я что-то думаю, что нет улик. Смотри, вещи он толкает, вот летают вещи. Надо крест переложил? Да. Соль надо еще туда. Ну он странный, ну это странный этот самый челлендж без ули. Стой, я поставила... Блин, ну ничего нет. Тут призрак. Давай туда отойдем. Посмотрим, откуда он будет идти. Сейчас же все равно атака. Ну да, как бы он довольно странно ведет себя. А вот в следующий раз я его обкурю. Я возьму вонючку, я не взяла сейчас. Это он столько вещей набросал? Да. Жесть. Странно, да? Так, давай ему, может, сыграть. На гитаре. Не подходи туда, сейчас же атака будет, он тебя мгновенно убьет.
Я без боя не... Не, пока открыто. Просто если бы это... А у нас еще соль есть? Ты там посолил? Да, да, посолил, вижу. Надо просто, чтобы он сейчас прошелся, посмотрели, как с солью. Я бросила термометр. Но он должен пройти по соли. Странно. Должен. Соль на входе, соль там у столба. По идее, должен быть актив. Слушай, а он пере... Ну это же не тень. Типа нас двое. Так, тут свет. Ивент. Появилась тварь, да? Трогал, только что трогал этот. Двери. Он появился за забором, нет? Уходи, я уходи оттуда. Я не знаю. Тут очень темно. Просто очень темно. Жесть, ребят. Знаете, вроде маленькая карта, но все равно жесть. Наступил на соль. Наступил? На вторую, на обе, да. Шаги были слышны. Ну, отпечатков нет. Я боюсь, что это безуликовый. Ну, как его безу... Это... А, это ты щелкаешь? Подожди, оно и так горит по дефолту? Да, тут это если ты включаешь генератор, горит свет там. Ну, атака? Нет? Нет, открыто. Атака. О, теперь закрыто. Тихо-тихо. Ну, давай смотреть. Вот он оттуда выходит. Да. Из тех палаток, да? Да. О, вон идет. Какой он медленный, смотри. Давай мы брошу МП проверим. И включенную МП бросил. Подожди, если райдит. Он побежал. Да? Ну давай проверим еще. А я вот что-то не бегаю. Иди сюда. А ты смотри, ты наблюдай. Я знаю, знаю, наблюдай. Черт, блин, собака. Сейчас свет включу. Сейчас кину еще пару вещей. Может быть, кстати, и радио. Типа он действительно медленный. Давай вот здесь набросаем. Он выходит из одной точки. Вот на этом промежутке надо последить, ускорится он или нет. Значит, надо его сейчас сюда выманить. Ну да. Призрак, мы тут. Ghost. Managing. Либо я могу быстро туда перенести. Да не, не надо. Он... Пусть он все равно здесь, мы будем с ним бегать. В любом случае. Поэтому он все равно здесь будет. Мне тоже показалось, что он был какой-то прям совсем медленный. А потом ускорился. Давай я с этой стороны стану. Я буду со стороны, типа, смотреть. У меня больше ничего технического нет. Может, кучку ему? Не надо ему? Сейчас я еще, может... О, дорожку сделаю. Ты хочешь дорожку полтора бахнуть? Сейчас работают только дорожки. Типа уже не работают другие. Кучки не работают. Так. Поднос возьму. Ни хрена не видно. Ага. Атака. Эй! Вон он стал вообще! Ждем. Он вообще стоит! Стал? Да. Все, я пинает. Маню его, а ты смотри, ускорится давай. Он или нет. Не, да, да! Хую, по-моему, вообще. А? По-моему, ускорился. А по-моему, ускорился. По-моему, такой бодренький. Еще раз. Блин! По-моему, если бы он ускорился, он бы уже убил. Ну, ускорился, смотря насколько оно дает ускорение. Давай тогда к нему все вещи. Чтобы мы со стороны посмотрели. Так, я сейчас тут поищу. Блин, света здесь нет. Ну, кстати, неплохо пинался. Биту я не могу взять.
Что? Что? Дорожку ему сделал за ускорение. Атака? Атака! Дима, да? Вон, смотри, там возле палаток лежат радио, МП. Я его не вижу. Вижу. Вон идет, идет. Не, медленный. Это не радио. Не радио, нет. Показалось, значит. Ну, наверное, когда прямой контакт с персонажем. Эй! Эй! Ну, смотри, он эй! Идет медленно там, где палатки, там темно. Все пропало. А тут свет, и он типа бодрее начинает, да? Свет не влияет. На Джина свет не влияет. Хотя сейчас всякое бывает. Давай кого-нибудь поставим. Там Алекс уже сидит. Ну давай, ждет попробуем. Под землей. Алекс уже вышел. Слушай, ну я не знаю. Я бы вычеркнула всех скоростных. Давай вычеркнем Мороди, агента Е. Мимик. Я там камеру ставила. Кстати, камеру он не пинал. Ну, не знаю, это не мимик, скорость одинаковая. Я поставлю Банши. Твинов я вычеркну. Ревика вычеркну. Юкай. Мюллинга точно нет. Райдзю нет. Ханту нет. Все, быстро, 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 быстро. Ладно, поставлю Банши. Буду как и ты. Ты тоже Баншуху ставишь? МП5! Я думал, ты как-то наугад. У нас МП... У нас МП5 было! В смысле? Как это? Там было на графике МП5, пешечка вот этот, подожди. Вот давай проверим, эвиденс. МП5 у Они есть? Нет. Да, да. У Банши есть МП5, по-моему. Нет, у Миража есть. А-а-а, как обидно! Я предлагаю нашу любимую тактику, если вдруг сейчас мы опять не угадаем призрака. Я помираю и смотрю за призраком. Вам же нравятся такие испытания? Ну, нет. Что нет? Хорошо. Не, нет. Крест. Хорошо, хорошо. Крест, соль, соль, крест. Что мне еще взять? А, есть смысл вообще в этих МПшках, блокнотах? Ну, хотя бы место было, найти. Да, хотя было на этом самом. Но... Ну, давай, я возьму МПшку. Я так, я иду... Ребят, в палатках включайте сверх, а Олеж справа. А я иду генератор заводить. Что? Там? Вот здесь вот, да. Так, так, я посолил, да. Уже грызет. Крест сгорел. Нифига вы, представляешь? Нормально у вас тут. Так, я забываю. МПшка у кого-то. Ну, два, три. Смотри. Блин, мало. Ну, там была точно пятерка. Мало. Зуб даю. Я хочу его обкурить сразу. Это уже интересно. Давай, на, чуть тянуть. Да, лучше обкурить, чего действительно тянуть. А свет не на включать. Черт! Атака! Ивент, ивент! По-моему, или ивент, или атака. Где ты, мразь? Пугает, пугает? Да, ивент. Он вас где пугает? Ты, мразь? А, там ивент был. Скажи мне. Кстати, а свет-то, получается, горел? Атака! А вот он! Уже не ивент. Вон на входе, на входе. Так, с какой стороны? Я иду курить! Иду курить! Обкурила! Это Паша. Ой, голожопый, иди, а где он? Голожопый малыш. Скорость обычная. Бодрый, бодрый. Да? Такой, ну все равно. Так для головы довольно... Не-не, а, не-не-не. Ой, голенький, ой. А его ничего не мешает бегать, да. Ну это не фантик. Ты не обратно? А, нет, так, не, все. Так, свет. Не, ну это да, это не фантик. Я обкурила. Это... Хотя я уже не знаю, что это может быть. Когда у нас Диоген уже так разводил, так. Так я обкурила его. Ну это не демон, сразу скажу. А, хотя на входе. Где вы говорите, он был? Он появился у ворот на входе прям. Так, ворот. А где второй крест, блин? Я кинул его туда уже. О, что это? Красный вен, вон сзади красный появился. Он в палатке был. Да, в палатке был. А, кстати, а что ходил, а по соли он не наступал? Столько ходил. Но серьезно? У нас что, атака? По-моему, маленькая девочка была, я потом на видео пересмотрю. Серьезно? Так это Абаки тогда? По-моему, ребенок. Какая был, маленькая по-моему, ребенок. Тогда это Абаки? Да голый мужик же был. Какая? Ты его в палатке видел? Да, так, слушайте. Именно в палатке голый мужик стоял. Потому что мне показалось, что я ребенка видел. Тогда это Абаки. Ну, Абаки во время атаки меняет. Надо понять, откуда он начинает атаку, я не очень поняла. Он со входа начинает.
А не факт, он же там появится. Сейчас может быть ивент. Этот самый, может, с точки ивента. Вот сейчас проверим. Но в любом случае он не здесь. Это для голого мужика? Да. Или для девочки? Прикрыть писюн. Атака. Опа. Где он? И где он появился? Вон он, в палатке. Вон он. Вот, да-да-да, идет. Скорежило. Так, я не могу понять, я хочу прямой... Кстати, полторы минуты прошло. Что ты хочешь у него там посмотреть? Да? Может, еще раз курнуть? А, у меня нет, нечем. Если можешь, Алекс, обкури его. Да, вот. Дай понюхать ему. Нюх. Точно обкурил? Да, ну я бы прям всё, в морду ткнул. Ну как еще надо было паровоза? Все, готово. Шо? Так, смотрите, у нас есть минимум полторы минуты, поэтому... Давайте какие-то туда радио я пойду принесу. Сейчас приду. Что? Ивент? Там плита не успели уйти. Атака идет. Да какой ивент? Работает. А где он? Как ивент? Какая что плита? Там плита работает, ивент? Работала в палатке. Ивент это? Я туда пошел. Ивентик был, да? Да. А там работала плита вот эта вот, шумела. Вот, подойди, слышишь? Приготовить что-то хотел? Плитка работает. Ну что-то хотел приготовить. Пойду радио возьму. Камеру поставлю, может, мимик. Ой, даже попробую, но что-то у нас пока до сих пор ни одно это. Возьмите еще. Даша, МП... А, это 6. Что? Блин. МП-6 у нас. Да, у нас МП-6. Возьмите, пожалуйста, тоже вонючки. Ну, давайте... А что радио? Радио возьмите. Надо сейчас еще... Бесполезно или... А мы все вышли, а я не засекла. А, засекла. Стой, посмотри. 6. А, это МП... я считать не разучился. Шайзе. Бывай. Я тоже подумал сначала МП-5. Так, а надо, наверное, туда крест? Атака! А, вон так, он! Опять здесь? Там! Че он такой медленный? Смотри, он еле ходит. Устал гоняться за нами. Давайте диагена проверим. Чуть ближе его подпустим. Ага, ни хрена! Да не, какой диагена. По соли Диоген походил. Бы, наверное, остановился бы. Это не мираж. Тупо остановитесь и все. Остановитесь, Витя. Нет, это не Витя. Его же не Витя зовут. Кого? Вот этого вот. Все, готово. Призрака? Да, я не знаю. Он ни разу не вырубал, кстати, этот самый Джейсон генератор. Джейсон Тейлор. Ну, становитесь, Джейсону надо выйти. Тоже неплохо звучит. Ой-ой-ой! Ивент. Ай, пугает. Поговорите в радио. Вырубите свет кто-нибудь в палатке, поговорите. Что надо? Только что что-то пнул. Черт! Красный. Красный, ивент. В радио поговорите кто-нибудь, ребят. У кого радио? Дайте мне радио. Вот радио, на, Даш. На, держи. Попробуй. Hello. Are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Where are you? Hello. Are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Are you here? Are you young? Ни хренашеньки. Я думаю, нет улик. Олег, это ты докидал здесь? Подожди, а как же была МП-5, ты говоришь? Ну, по графику, какой-то. По графику, МП-5. А, типа так он не зафиксировался, mm-mm. Да? На приборе. Mm-mm. Ладно. Что, Алекс, ты говоришь? Он все пинает! Слушайте, а может это Мара? Это ты накидал, да? Я только зайца кидал. Ничего. Это его все. Это не мое. Да ладно. Слушайте, а это не Мара ли? Да, серьезно? Чего? Хотя нет, Мара вряд ли бы их включала. Мне показалось, что там не было еще света, и он там что-то пинал. Такой актив... Ах так, а? Вон он опять там. Вон, да, в уголке на. Такой мель, смотрите. Место не меняется. Не-а. Ой-ой-ой. Накурить нет, пацана. Ну давай, да. Давай, проверим. Накурили. Кури, Алекс. Накурили, пацана. Алекс покурил? Алекс покурил. Да, мы вместе. Я думаю, надо такой канал на ютубе завести. Алекс, вот теперь за мной идет. 7.40. Ну, понравилось. 7.40. Не, извини, пацан. 7.40? Да не то 7.40, я засекла время. 7.40. Слушайте, может это реально Мара? Принесите сюда какие-то вещи. Как
Какие-то вещи, какие? Давай сейчас. Да чего-нибудь ему тут накидать. Вот тут он кидал эти подносы. Господи. А второй крест, да? Давай второй крест туда же, вот сюда, в палатку. Панаки, мне что-то кажется, что это может быть Мара. Шмара. Кегли возьмем. Так, что бы еще туда бросить? Я где-то спички. Какие-то эти самые. МБшечку бы туда. А вот есть. А, это радио. Сковородка. Так. Что у вас тут? Сковородка? Какие идеи? Минута прошла уже. Проверить. Сковородкой проверить его. Ой-ой-ой! Ты крест бросил там, Олеж? Да. Должен гореть, мы бы увидели. На тебе зефир. А прикинь, если есть какой-то призрак, который кресты не хавает. Нет, таких нет, ты шо? Вот побойся бога. Вот это попадосина была бы, да? Ну, он по соли потоптался, то есть это не мираж. Слушайте, а может реально баншуху проверить? У нас есть еще вонючки? А как? Да. Нет. Да, нет. У тебя есть. Есть, стойте, да? Дайте я сбегаю. Такой мяч. Ребят, не курите ее. Даша, крест есть. Отлично. Крест есть. Отлично. Так, сейчас сколько? Было 740. Я буду слушать. Сейчас 9:40. А помнишь, такие часы классные были? Нажимаешь, они там говорят время. Вырубила щиток! Да. Щиток вырубил! Атака! Атака, аккуратно. Он все там же. Он тупо не... А обратно идет, а я же не туда. Кинь его мяч, кинь ему, пробил на. Так. Аккуратно. Так. От дурное сало. Да уймись ты уже. Олеж, кури. И на него иди. А ты... Он ушел. А так что? Ты его обкурил? Я обкурил, он ушел от меня, развернулся. Обиделся, видать? Мяч бросил. Видимо, да. Так. Я его слушаю. Факт то, что ничего не понятно, да? О, да. А, кстати, мяч понравился. Мне все. Гастуха? Вен двинулся. Сзади! Меня? Вот он! Жесть. ТПшнулся? Ты его приобнял? Нормально? Слушайте, а может он ТПшнулся? Откройте, пожалуйста, ворота. Спасибо. Я видел, как он здесь. Он только что здесь появился! Ты что, издеваешься? Он только что здесь появился. Где он? О! Да, пугает. Я ж прошу, откройте ворота, вы что? По воротам поймем. Что это был за звук? А, это ты? Опять вырубил свет! Свет включ! Включите свет, пожалуйста. Может, это ханту? Слушай, а давай вырубим свет? Стоп, вырубим. Может, это ханту? Только готовьте фонарики светить. Алекс, там опасно. Алекс, уходи оттуда, сейчас атака будет. Алекс, сейчас атака будет. Мы должны скорость его посмотреть. Это надо посмотреть за его скоростью. Что там происходит? Да и ПШ-ку смотрю, ну что-то. Ну 4 МП больше не дает, я не знаю. Надо сейчас его скорость посмотреть. Просто если это вообще без одной улики, то это... Надо скорость. Ну какая у него скорость? Медленная. Ну да. Никаких звуков. Это, я так понимаю, что это обычное. А, типа какие-то изменения, я не заметил, если честно. А где у нас холоднее? Атака. Так, пошел. С какой стороны? Увидите. Так светите на него. О, молния, как вовремя, но я ничего не увидел. Ребят, вы к нему идете. Олег, к тебе идет. Я все равно ничего не вижу. А, вижу. По-моему, фонари быстрее, говно. Нет? Не-а. Вообще говно. У меня два, прикинь, вообще не помогает. Слушайте, я на Мару думаю чего-то. Фонари говно. А что это?
Не знаю. На-на-на-на-на. Слушайте, так. Ну... А почему на Мару? То, что свет вырубает? Шипит в ухо. Только что слышала этот призрачный хыхи-пыхи. Все время атака из одного. А вон там... Где? Да, Слендер. О, да. Гост, ребят! Я что-то думаю на Мару. Типа, мне кажется, он более активный. Вот там у себя в палатке, когда темно. Атака! Твою мать! Что такое? Не можешь понять, куда тебе идти? Я вовремя пробежал. Очень. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой! Он догоняет тебя, смотри, почти. А я за ним гоняюсь, смотрите. Давай, встал. Так, на выход! Потому что не видит. На выход, я хочу посмотреть. А вдруг там башу, давайте проверим. А вдруг там МП-5? Нет? А вдруг там МП-5? Ну, глянь. Слушайте, он на меня вообще не реагирует. Он на Алекса вообще не реагировал, кстати. Да? Ну, кстати, да, ну, может, я подошел со спины, подошел, но это да, не факт. Ну, ты же разговаривал. Если подойти со спины, и ты его по плечу так потрогаешь, будешь? О, давайте сейчас вы вокруг костра начнете бегать, а я внутрь зайду. Я сейчас через бревнышки перескочу и посмотрю, он на меня среагирует, сходит. Ну, давай, но у нас нет, кстати, больше вонючек. А вы не хотите повычеркивать хотя бы кого-то лишнего? Ну, это не мираж. Потому что вы нужны, Даш, мы все нужны. Это не дух. Ну тут, ну, не. А, не знаю, кого. Треть можно вычеркнуть. Твинов можно. Но две трети останется, да. Ханту я... можно. Я почему-то на Мару склоняюсь, ну не знаю. Не знаю. Ты почему. Там вычеркивай, Даш, потом в конце скажешь. А, спасибо, да, классно. Поверим. Диогена вычеркнуть, а хрен там, у нас наколол. Я никого не буду вычеркивать. Ну он, кстати, мне не кричал сейчас этот самый. С тремя. А давайте с тремя фонарями буду ходить. Бля, может это кстати, поможет. Надо светить, чтобы мы и видели. И с одной фиолетовой палочкой. Я вот так как елка буду ходить. Я не знаю, это может помочь. Три фонаря и фиолетовая палочка, да? У тебя фонарь почему-то в ногах между ног светится. Бак какой. Ну, знаешь, у кого что где светится между ног? Демона Мюллинга. А Мюллинга не хотите проверить? Ревика. Мне отлично ушли. Так, давайте сейчас атаку. Я внутрь, вы снаружи. Началось? Нет, это я открыла. Не, он там пнул кеглю. А вот сейчас началось, наверное. Началось. О, вот сейчас началось. Так, смотрите, он пошел. За кем пошел? Пам-пам-пам. Олеж, уходи. Он за вами ходит. По-моему, он за мной вообще. Убегайте, так. Мы с этой стороны бревен. Так, привет, товарищ. Даш, а убеги в палатку. Интересно, будет за мной ходить. Давай. На Алекса он вообще внимания не обращает. Смотри, я по... Ну, потому что я за дрёмушками. То есть проверим, на Алекса переключится. Эй! Эй! Смотри. Алекс, Олеж за тобой? Так, давайте еще раз проверяем. Давай. Так, либо это банши, либо я охренел. Эй, где он? Где-то заявитесь. Ах ты собака, лампы разбила. Лампы бьет. Но он к тебе не зашел. Другой призрак бы сразу зашел. Свет надо врубить еще. Да? Ты думаешь? Соблазнился бы? Ну да. Олеж, давай тогда... Ой, он так, теребит палатку. Это ветер. Я тоже так думал. Олеж, давай станем здесь и в разные стороны. Давай. Становимся здесь. Не выходите только. Вот атака. Ну ты убегай, так, а я... Ты вокруг, а я к палаткам. Атака. А понял. Я внутри. Класс, план вообще. Алекс, Алекс, Алекс. А, это Вент. А, это пугалка. Это пугалка. Я не смог вы... А, все? Заебись. А, это не Вент, Даша. Текаем. Это не Вент. Текай. Зашибись, блядь, Вент. Поиграли, да? Это не Баншуха. Ой, я думаю, это не Морой, не Диоген, не Тае, скорость у него обычная.
Ну это не тень, мне кажется. У него ивентов было до хрена. Может, Горё, слушай. Типа все время в одном месте и не прыгал. Я тоже думал насчет Горё. Но он все время, сколько атак, 10, он, по-моему, начинал с одного места. Я могу лазер туда отнести, но... Опять-таки. А что у нас там у Горё помимо лазера? Горё. А у него тоже МП5, кстати. И что еще? Не знаю. Давай Горё поставим. Ну давай попробуем. И будет сейчас какой-нибудь Юрей, наверное. Так, попробуем Горё, давай. Ребята, я вам говорю... Он действительно начинал атаку всегда с одного места. Всегда. На самом деле тупо нет. Одно и то же. Помните, вначале он, ну, правда, возле входа, может быть, это такой вот радиус. Знаете, сложный. Я не понимаю, почему нет. Я сказала про Юрея! Ты прикалываешься, что ли? Я не могу понять. А, Юрей будет какой-то, Даша. Какой Юрей? Ну, извините. Какой ты вот Юрей? Я предлагаю все-таки вариант со смертью. Мне кажется, он не самый плохой. С какой смертью? Ну, я, если что, умру. Да. Ну ты это каждый раз обещаешь, но умираю почему-то я. Я тут ни при чем. Как обычно. Так, я бегу свет включать. Олеж, включи в палатках. В палатках? Быстро. Не там, вот в тех. Давай. Быстро, быстро. Олеж, давай. Да, ты ж в палатках должен был. Вот эти. Дай нам знак. Поговори со мной. Ответь. Аккуратно, молодой, учтите. Старый. У нас свет здесь горит, Алекс, бессмысленно. Бессмысленно, все, да. Свет же горит. Понял. Атака! Вон оттуда. А с какой стороны? Вон он. О, какой быстрый. Я видел. Из-за стола еле-еле, блядь, душа в теле. Ну да, хотя вначале... Диогенов, пройдю, диогены. Слушай, ну он обычно, он очень медленно ходит. Так они все такие мудаки. Кто же покакал солью? Фига, Олег, ты что с ним такой? Слушай, крестом его, что ли, этот? Что-то бросает. Из-за стола, Даш, оттуда. Прямо из-за стола. Что это? Ой. Вон он появился. Собака! Нахрена лампы бить? Так, надо вещи принять, надо обкурить его. Так, возьму-ка я его и обкурю. И ультрафиолетовую палочку мою. Атака! Курю! Я побежал мимо, что встречу! Курю! Блин, курю! Это... Алекс, беги! Алекс, бежи! Я бегу! Даш, кури! Беги назад, Олеж! Все! Я обкурила! А как я... Господи, почему я выжил, Даша? Ты вовремя закурила! А говорят, курение убивает, нифига себе! Не, курение убивает! Оно спасло меня только что! А отпечаток у нас был! Даша вовремя затянулась! Отпечаток! Есть улика? Да! Да ты че? Быстро, быстро, смотрите! Ладно, ты чё? Только что я здесь видела зеленый отпечаток! Даш! Клянусь! Не пей таблетки в машине больше, не пей! Алекс, сходи, пожалуйста, за вонючкой! Так. И за солью, за ребят! Вонючкой. Он включил здесь плиту! Соль и вонючка! А Алекс включил? Да был же зеленый отпечаток! Я поставил, всякий случай. Но это уже интереснее, как бы. Это я, уже по-моему, видела. Серьезно. Слушай, я пересмотрю потом видео. Хорошо. Надо еще так, соль. Так, Даш, вот соль. На, спасибо. Я тебе кидаю. На, соли. Я благоушку взял. Отлично. Я еще тут посолю. Понимаете, отпечатки могут очень быстро пропадать. Может, типа в этом фишка? Водой смывает, да? Ну, хреново. А они же могут там 10 секунд ставить. Так, а сколько я... Да, я засекла. Он вышел из костра! Из костра вышел. А чё на меня не реагирует? Подойди, похлопай, не надо! Или это не атака? Это ивент, наверное, был. Хотя в тот раз, когда... Наступил! Вот отпечатки! Есть отпечатки! Атака, беги! Да, есть! Бегите, отпечатки!
Ой, тьфу, эти самые. Вот твича. Твича? Господи, мы нашли одну улику спустя энное количество времени. Алекс, беги. Так, нужно сейчас блокнот туда с камеру. Уходите! А ты обкуришь его? Если что, Даш, засекай там. Да. 4.13. Подышит. А, рука. На пеньке, нифига себе. Да, да, на пеньке, ты тоже видал? Да, ага, приложился. 4.13. Блин, надо знать. Ребят, быстро несем камеры, шмамеры. И... Опять сзади, он. Сзади идет. Так она... Ивент. Так, тихо. Нет? Да какой ивент? Да, ивент. Натурально идет. Быстро, ребята. Нет, останьтесь кто-то один, останьтесь. Алекс, останься, мы сейчас вещи принесем. Я остался. Я засекла вещи. Тьфу, блин. Так. Так, что берем? Зеленку. Так, зеленку возьми. Я блокнот, зеленку, радио, все берем. Давай. У нас давай, есть как немного. Как мы в катках не видим? Я не интересно. Знаю. Ну блин, ну это жесть. Так, сейчас еще несу. У нас блин, есть время. Вангую баншуха. Блин, МП6. Так, что мне надо? Температура и радио. А вы что думаете, что две улики можно быть? Хрен его знает. Блин, Алекс, я уже одной раз, мне кажется, да. Ну да, можно всего ожидать. Температура падает. Блин, мне кажется, что это баншуха. Вот, падает. Все, остановилось. 2 градуса. Я оставлю. Are you here? Уходите, уходите. Are you young? Are you old? What is your name? Hello. Are you here? Давай дверь придерживай. Are you young? Are you old? Hello? Hello? Are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Hello? Are you here? Появился! Даша, давай! Посветите, пожалуйста, я его не вижу. Даша, посветите! Да светите фонарями! Козлина драная. А что ты на? Куда, да, Алекс, уходи? Так, ну он... А почему? Надо уходи. Было, да? Ты что? Все, дайте, я еще радио поговорю. Hello, are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Hello. Are you young? Are you old? Where are you? Hello. Не отвечает. Бежал, а там съел. Но он появился возле палаток, по-моему. Ад. Так что? Так он стойте. Там и был, нет? Нет, возле красненькой. Дайте я посмотрю огонек, может? Камера. Ну, огонька нет. Я не знаю, понимаете, тут типа как с уликами. Типа, все одна, что? Одна, видимо, одна улика, наверное, есть точно. Ну, как минимум, уже хорошо. Ну да, угу. Это логично. Ну, уже надо радоваться. Ну, слушайте, он включал плитку. Опять включил плитку? Это уже проще. Да нет. Я выключил плиту. А, это лазер. Я вручную выключил. Даш, давай всех вычеркивай нафиг. Мне кажется, так, что это башня. Почему? Это не фантом. Ну, я не знаю. Полтер, ну надо проверить. Демон. А мы демона как проверим? Это не мимик. Не. Не мяулинг его слышно. Ханту, давайте вырубим свет и посмотрим. Блин, зеленка, давай, конечно. Давай, будь бегать. Или нет? Ну, зеленка говно. Да, согласен. Говно. Ну, другого варианта. Он просто хорошо. Там появлялся. Есть одна вонючка, да? Ну тогда смотрите, вырубить надо. Да, да, да. Этот самый, вырубите. Есть одна вонючка. Ребят, вырубите, пожалуйста, генератор. Атака. Нет, ивент. Стоп. Ивент. Вырубите генератор, пожалуйста. Вырубил. Спасибо. Генератор больше не работает. Совсем ничего не видно. Ванючка. Привет, Ванючка. Привет, сучка. Твоя Ванючка. Я маленькая сучка. За скоростью вы сейчас смотрите. Да, мы песни поем. Я так и поняла. Атака? Нет. Ивент. И он подпевает, смотри, у тебя пой, он тебе музыку подыгрывает. Бит. Я сыграем. Богохульная вонючка. У меня воняет ручка. Во дворе живет злая сучка. Я воню. Вечером придет внучка. Прекрасно.
Сучка, внучка. Учтите, он от красных палаток может начать. Алекс, ты там зря стоишь. Да? Ну я лазерник. Атака. Блин, вы вырубились. Рядом. Ивент. Да что ж он так пугает? Я же говорю, следите за воротами. Идите за ворота. Ивент, атака. Ой. Ивент, атака. Куда-ка? Где он? Где-то слева я его слышу. Ребята. Не вижу. Где слева? За нами. Он там возле ворот где-то был. Вон, он идет за нами. Вот он гуляет. Но это не ханту. Да? Это не ханту, да. Скорость такая же. А прикиньте, как тень определить? Вообще жесть. А, и обратно? Со свечкой. Блядь, он навстречу! Блядь, ну почему я опять первый? Да по какому? Кажется, Алекс сейчас заплачет. Блин, я бы заплакала. Что ты делаешь? Проверяю. Зачем? А он не писал? Почему? А ты проверила блокнот? Посмотри. Нет. А где блокнот? О, блокнот, знаешь, я кинул там вонючку. Ноль! Минус один! Минусовка? Ну смотри, ноль! Посмотри! Посмотри, быстро, хватай. Это же минус, ну, типа? Ну да, по факту минусы, наверное, да. Бежим! Убил! Джин, что ли? Ну это не демон, он вообще кресты не ел. Не хантуха. Хотя сто... А, это мы вырубили, кстати, сами геник. Ку-ку! Мы минус увидели, прикинь? Как он-то за... На термометре минус. Зараспавнился, так... Слышишь меня? Да, пойдем, ну ты ватный. Возьми что-нибудь. О. Так, раз. Кто-нибудь так. Живой. А, Алекс, помаши ему. Да, такой живой. Живой только ты есть. Ну, минус же был. Минус был еще. Ну, может быть, джин. Ну, смотри, там минусовка вроде был. Минус один, вроде бы как. Да. Он ниже нуля был. Может быть, это джин? Да, вот я тоже думаю. Это не демон, вряд ли. Давай, джин. Может, давайте. Блин, слушайте. Ну, либо мимик. Хотя не мимик, не нифига. Чисто гипотетически, может быть, этот мудак. Какой сломанный джин. Ну, блин, две улики, это сильно. Ребята, не, если был минус, то... А если не минус? А если это реально не минус? Вот это будет... Топотус! Да! Да, детка, да, это был минус! Да! Красава! Молодец! Класс! Хорошо, что Джина, я тоже на него подумал, от Джина. А там некого, демон, он кресты не жрал, и он не бегал, как ханту. Да, проверили уже, как бы, да. Все, есть! Первый из трех. Смотрите, соль мы сейчас бережем... Потому что по соли, видите, можно ультрик найти. Сначала первую атаку мы должны узнать, откуда он. Это наша первая будет цель. Ты так, откуда? Ну все, откуда надо ты? Брать, как надо. Так, все. Возьму сразу так. Камеру. Возьму это. Я бегу, Олеж, сейчас включи узнаем. В палатках свет, а я бегу к генератору. Включить в палатках свет. Сейчас сделаю. Отлично. О! Хоть увидим, где он. Будет свет. Так, дай нам знак. Ты здесь? Ева Сесайн. Покажись. Ева Сесайн. Страшная. Кажи себя. Ева Сесайн. Нет его нигде, а значит, надо ехать домой. Ева Сесайн. Это ты так думаешь. Ты снаряжен по полной программе. Самый заряженный ящик у нас тут. Какой-то хер. Атака клонов. Эпизод 6. Где он? Там что-то кидает. Вот девочка бежит. Девочка. Из туалета может быть. Стоят. Осторожно. Осторожно. Девочки ползают. Мальчики лежат. Девочки не хотят. Что происходит? Что? Слушайте, не Полтерли? А что такая медленная мразь? Диагент? Она какая-то совсем. Да нет! Ни хрен... Ребята, она в туалете, блин, скорее всего. Какая-то тупенькая. Ладно, проверьте партом. Девочка. Она отсюда бежала. О, включила свет! Вот она здесь! Где, тут? Да, она тут свет включила. Тут 3 МП примерно. О, телефон. Телефон. 3 МП. Так, я блокнотик. Ну, я кинул крестик на всякий пожар. Так, теперь пошли за солью. Пошли за солью. Перед атакой надо посолить.
побежали быстрее, насколько мы можем бежать быстрее. Быстрее ветра и быстрее всех на свете. Девочка, молния быстрее, чем ветер. Тебя что-то понесло. Остапа понесло. Что за пшик-пшик? Ты что там пшик-пшик делаешь? Так, я беру соль. Нет? Я беру соль и беру этот самый. Махать. Возьмите радио и эмбежгу. И что-то еще надо взять, но я не знаю, что. Радио взял. Зачем я второй? Я Антошку там вообще-то бросил. Да, по. Так, взвебашила. Идем, кубкой. Я буду солить первое. Солить надо борщик, а ты солишь призрак. Зачем ты переводишь продукт? Непонятно. Ты старая, ты молодая, ты девочка. Крест и ест крест. Алекс, уходи, Алекс. Господи Иисусе, Господи, Алекс, уходи, он же должен поговорить. Она ответила в радио, вы слышали? Прекрасно. Что в радио? Прекрасно. Вы слышали? Аккуратно, нет, не слышали, но кажется слышали. Ой, вон ты опять радио ведь... было, иди проверь. Не пойду, я верю тебе. Опять включила, не трогай плиту, девочки, она играет. Ты здесь, ты старая, ты молодая, ты сучка, ты мразота. Ты помрешь такая. Сейчас, кто взял термометр, ты взял? Мужчина, вы взяли термометр? А, он тут лежал, вот он лежит. Сколько градусов? Да, он тут. Ты здесь. Отвечает радио. Пятерочка. Пятерочка. Точно радио было. Она теребит эту самую. Алекс, уходи. Точно. Опять ест крест. Господа, два раза крест. Два креста она съела. Господа, уходите. Уйдите, сказала оттуда. Надо по скорости еще посмотреть. И аккуратно. Она долго и счастлива, эти кресты, пока просто не померла. Пока не подавилась. Так, спереди. О, боже, какие мячики, какие палочки. Что же делать? А сейчас будет атака, мне надо соль посмотреть. Прекрасная фасоль. Скажи, ты любишь меня, а соль? Я дам тебе фасоль. Атака! Да. Атака! А где она? А мелкая, Та-та-та-ти-та-та! Она бежит ко мне. Я ухожу. Она кричит, мама, неужели ты меня оставила? Что происходит? Почему она такая медленная? Я буду бегать вокруг костра и ждать. Она не хочет на соль наступать. Алекс, она развернулась прямо. Не побежали обратно, она повернулась. Да. Иди. Она на соль наступила, но не наступила. Надо соли. Принесите соль. Тут она тоже включила плитку. Хочет соль. Я принес еще одну, да, чтобы не лежит. Давай. Вот она. Посоли. Вот это, не соленая. Если что, можно вот дать ей, например, маршмеллоу. Девочки любят маршмеллоу. Да. Ребят, когда есть улики, дело идет быстрее и веселее. Ой, заело. По соли она не ходит, да? Да, может, мираж. По соли она не хочет ходить. Может быть, это мираж. МП и лазер. Я вот тут брошу палку. И может быть, будет огонек. Я твой маленький конек. Огонька нет. Аккуратно, ой, это ивент. Иисусе, бежит. Ивент бежит. Ничего, обосраться можно. А, наступила, но нет отпечатков. Нету. А, не ваш. Удивительная маленькая девочка. Уходите. Атака, бегите. Бегите, глупцы, потому что вы можете умереть. Алекс, беги. Ой, ползет ко мне. Беги. Ползет ко мне. Ой, ползет. Ползет, Господь, привет. Что, здрасте. Ползет. Ой. Она ползет. Алекс, не бросайся в нее. На таких крадульках далеко не уползешь. Так. А, как зацепило-то? Зацепило почему? Опять! Олежа, выходи. Олежа. Опять его убило, да что ж такое, ну что же за невезуха. Он умирает, как в Южном парке. Частые смерти приводят его к огонек, поражению. Огонек, у нас огонек. Алекс, у нас огонек. Огонек. Мара Юкай Анрю. А что будет еще? У нас МП не будет. Ультрафиолет не будет. У нас гострайтинг может быть, минус и дотс. А вот смотри, пошли проверим гострайтинг.
Густрейтинг, возьми вонючку. Алекс, у нас улика, у нас огонек, которым ты меня называла. Подожди-ка, у нас, по-моему, может быть мимик. У мимика есть спирит бокс, ультравайлет и фри... А, нет, у нас ультравайлет, можешь вычеркнуть его. Короче, так, значит, берем мы что с тобой? Бери вонючку. Бери воню по вонючке. Я возьму все, что можно взять в руки. Нам надо проверить сейчас только райтинг, потому что и фризинг сразу. Можно ее открыть. Идем посмотрим, пишет она умеет писать или нет. Я думаю, что она слишком маленькая для того, чтобы писать. А вот писать написала, написала, беги. Алекс, она написала. О май гад, о май гад. Беги. Run away, run away. Эй-эй-эй-эй. She's coming! О, привет! Бежит, бежит! От этой маленькой бежит, бежит! Бежит, бежит! Спаси, сделай что-то. Ой, ее шары тормозят! Два шары больших тормозят. Шара! Ой-ой-ой! Я слышу, как... Она назад, назад, назад! Назад, назад! В своей несудьбе. Алекс, возьми ее с помощью этих прекрасных баскетов. Отмудохай ее, как котлетку бифстроганов. Беги, все! У нас беги, есть... Все. У нас есть рейтинг. Это Мара. Это Мара. Это Тамара. Это Мара. Это Мара. Поехали. Господи, ребят, мы наконец-то нашли улики. У нас, оказывается, три улики. Это просто unbelievable. Дерка. Просто лохи. Просто лохи. Ребята, там были улики, вы понимаете? Нет, вы понимаете, там были улики. Блин, вы понимаете? Играть и... Опа. Алекс, почему ты все время погибаешь? Учти, меня зрители все время спрашивают, почему ты погибаешь. Не, все вроде бы защищено было. Она бегала вокруг, я пошел. Я потому что нагнулся за пивом. А, когда голова не нагнулась, убивает. Она как-то дотянулась. Не надо было, да, пиво, да. В реальности курение спасает, пиво убивает. Я тогда лежал в банке, я думал девочке предложить. Нагибайся, она меня за это. Осуждаю. Танцы фараона, ты знаешь танцы фараона? Конечно. Я знаю, что фараон вот так вот лежит и вот так вот и все. А какие-то у него были танцы, да? Берем вещи. Раньше на дискотеках как называли фараонов. А, да, ручки одна вперед, другая назад. Уточка, да, вперед, да, складываешь? Да, вперед, да, да, вот так. А вторая? Она вперед, одна назад? Ну да. Это что за фараон такой? А, и подождите, да, типа иероглиф какой-то, да? Я не знаю, ладно, пойдемте поймаем последнего гада. Ребята, у нас Эдди Барбер остался. Барбер? Барбер? Да. Эдди Барбер. Так, учтите, солить мы пока не будем. Сначала мы я бегу включать свет, вы бегите в палатке. Быстро. Китель в палатке. Бегите это, в палатке. Давайте рывок. Алекс, там может быть призрак. Ты все равно умрешь. Не каркай. Куда бы ты ни шел. Твой, ой, я знаю, где его точно нашел. Будет. Его не будет здесь. Может ты тут быть. Атака, вон он! Девочка в пижамке! Девочка в пижамке! Ой, какая медленная. В маленькой панамке. Что за музыкальная пауза? Девочка в пижамке. В маленькой панамке. Слушайте, она совсем медленная. Ты на пенек встал? И девочку напугал. На пенек встал, где... Алекс, ну, аккуратно. Ну что ты ее обманываешь? Ой-ой-ой. Я накалываю ее. Так. Ну а что ты такая наивная? Она здесь была. Так, вообще на нее классно. Да, где ты здесь? Я за солью. Чисто бимба. Ребята, тут банка покатилась, ребята. Тут банка катится. Куда? Вот тут катится. А банка катится, лавышка мутится. Олежка мутится, пугается. Активная. Возьмем пока так. А там who knows.
мы с тобою дружно. Сейчас ее дождемся. Ладно, мы подождем. Мы подождем с тобой. Атака! Девочку. Нет? Ой-ой-ой. Непонятно. Показалось. Не. Что тут? Под дождем стояли мы, облачко. Мокли наши там трусы. Что, прости? Мы ждем с тобою под дождем. Какие трусы мокли под дождем? Атака! Какие? Единственные. А где атака? Единственные трусы. Тихо, атака! О, у меня МПшка, у меня МПшечка дрожит. Атака, атака! Опа! Ой, согнула, смотри, от твоих песен. От моих песен, да, скажи еще? Ты пока соебила. А подожди, откуда она шла? Банками кидается. С полами. Алекс, она идет к тебе. Она идет. Обманщик! Она согнулась ради. Она ради тебя сделала невозможное, понимаешь? Угу, Алекс, ты понравился. Откуда она шла? Скажите, пожалуйста, где она появилась? Вы думаете, это она так сделала значит, мост отношений. Вот как оказывается, девушкам нравится она. Да, надо. Откуда она шла? Скажите, пожалуйста. Так. Да, непонятно, если честно. Оттуда. Откуда? Оттуда. Оттуда это откуда? Ну, не очень понятно. О, мы рацию даже не брали, мы еще не разговаривали. Кстати, вы что? Да, надо. Давайте туда накидаем всякого. Все, надо все выяснить. Стоп, а я хочу посмотреть этот самый Гогонек. Огонек у нас, ребят, подождите, нет? Не-не-не-не-не. А, нет, это мотыляется. Не-не-не, это палатка мотыляется. Блин, я думала, это огонек. Я не поняла. А почему слева вы видели, как будто заяц в маске Джейсона Вуд? Да. А че за вред, блядь? Где? Слушайте, она оттуда разве шла, да? Слева зайчишка, как в маске Вурхиза. Да, она тут да. шла. Да? Да. Пошли еще Пойдем. Проверим. Так, я набрал. Да, я взяла соль. Идет, и Алекса зовет. Так, дай нам знак. Приди ко мне скорей. И ее от радости. Девочка. На-на-на-на. Дай нам знак. Поговори со мной. О, вот она тебе и дала знак. Так, вот этот положить. Так, Олеж, уходим. Мужич. Атака. Ой, меня убили. Ай-яй-яй. В смысле? Она так? Убила меня. Да ты чё? Какого нежно хрена? Обняла Олега. Вот. Вот так вот. Вот она, любовь за... Олеж, Алекс. Там я посолила. Да, да, да. У тебя есть вонючка? Чё там, там девочка наступила, тебя ждала? Отпечаток, отпечаток. Алекс, пойдем. Алекс, на выход. На выход. Хы-хыт. Кстати, только что был пар этот, хых. Атака? Да. Да что? Так, выходи. Да нет. Значит, у нас есть отпечаток. Так, хорошо. Уже чуть проще. Смотри, надо в радио попытаться поговорить сейчас. Давай я попытаюсь. Блин, я куда-то там... А, оно в руке у меня, кстати. Да, а я тут возьму. Ой, у тебя что-то с руками? Ты? Ну давай. Давай, я взяла вонючку. Что у меня с руками? Я взяла вонючку. Сейчас будем курить. Так, я тоже возьму. Все. Пойдем. Атака? Ух ты, сразу... О, не, она пугает, вот она стоит. О, девушка. Давай я попробую. Мои мечты. Так. Hello. Сейчас я... Are you here? А куда еще... Блин, куда еще второй такой? Are you young? Are you old? Hello. Are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Hello. Are you here? Are you young? Атака! Да, беги. Курю! Навстречу тебе! Ты куда с ней бегаешь-то? Да зачем? Да зачем мне эта палка? Я курила. Как у вас тут дела? Нормально? Курила ее один раз. Да? Ой, я думал только беги, что беги. Тоже курнуть. Ну ладно, если она уже покурила, то... Надо экономить. Так. Она мне не отвечала. Пишет, дневник пишет! Алежа пишет! Ой, красавица, красавица. Пнула! Подожди, это не Полтер? Так, демон Полтергейст Мюллинг. Слушай, ой, а кресты? Блин, она тихо ходит. Нет, что-то мы как-то... Слушай, я не особо... Она не жрет кресты. Hello. Подожди, давай выйдем. Пошли выйдем, посмотрим... Что у нас может быть? Давай. Надо посмотреть, что какие три улики должны быть, да. Да. Что можно вычеркнуть. Слушай, точно. Ну только что либо Олег пнул зайчишку, надо либо... угадать. Либо Олег... Да ну, Олег бы не пнул зайчишку. Так, минус, МП или спиритбокс. Вот у нас что. Да, так.
ультра, смотри. Что еще раз? МП, спиритбокс. МП минус спиритбокс. Так, смотри, я что хочу? А вот мимик у нас спиритбокс ультравайолет. Ага, у нас не будет ультравайолет. А, подожди, спиритбокс. А, у него... Подожди, что-то я туплю. Спиритбокс ультравайолет фризинг. А, у него нет госрейтинга. Ну, короче, так, надо сейчас минус. Раз послушать. И надо минус проверить. А у тебя есть вонючка? Да, есть, идем с вонючками. Смотри, есть, есть. Нам надо радио проверить, минус проверить, ну и МП5. Она пинает там активно. Я ее обкурила. Надо сейчас еще, у нас два раза надо обкуривать ее. Крест один. Сейчас я крест ебабахну. Ебабахну, так. Ну она на крест, это не так, демон. Термометр. Что по термометру? Надо послушать по шагам. Вот она, Алекс, это... Алекс, Алекс. Вот она идет. Я обкуриваю, да, 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 я обкурю. Давай я обкурю, чтобы у нас время было. Олеж, собери... Олеж, собери кучку Полтера. Не кури ее, Алекс, ни в коем случае. Ой, ну ее тихо слышно. Нет? Не знаю. Олеж, кучку Полтера собери. Не уверена. Дорожку Полтера, Алекс, быстро собираем. Почему не могу взять? Дорожку Полтера надо. Именно дорожку. Нет, не кучку, Олеж, дорожку. А где-то вокруг костра? Вокруг костра делаем. Дорожку, расстояние где-то около метра. Надо посмотреть, как она разбрасывает. Мне кажется, это может быть и Полтер. Так, я через метр раскладываю... Ну да, знаю, какие-то... Я бы клюнул на такую дорожку. Но она должна будет за нами идти и пинать ее. Слушай, а МП-5 нет? Что это у тебя пикнуло? МП-шки у тебя нет? У меня нету МП-5 с собой. Нет, она даже у нас... Пики! Блядь! ГОСТ! Я думал, ты это все знаешь, чтобы женить. Атака! А нет, 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 нет. Нет, атаки нет. Нифига мы наложили. Слушай, я не знаю, но она... Спиритический сеанс будет. Тут и мечи, и маршмеллоу, и кегли, и пиво. Слушай, я не знаю насчет... Ты меня смутил. Вот это дорожка, да. Насчет мюлинга. Ну, блин, мне кажется, что она тихо как-то ступает. Нет? Не показалось? Не... Понимаешь, тут из-за этого дурацкого дождя? Сейчас я громче сделаю у себя. Ну да, да, я согласен. Дождь, он и так приглушает сильно. А так, Алекс. Алекс идет. Олеж, смотри за дорожкой. Эй, дура. Блин, где она? Вон она, вон она. Пинает, не? Алекс, уходи. Наш, как дорожку... Так, что ты предпочитаешь, пиво? Уходи. Выходи, бля, комната кончилась. О, диван, нет, все спокойно. Слушай, по-моему, Полтер. Я не вижу. Пинает. Не, не все, по-моему, пинает. Ну пинает ты. А шаги, ты слышишь ее? Да. Уходи! Ай-яй-яй, застрял. Слушай, я не знаю. Надо еще кусочек дорожки сделать. Я что-то нифига так, не поняла. Не буду, что я сейчас... Не на СМПшке, где-то. Hello. Are you here? Она умилена. Are you young? Are you old? Черт! Дура тупая! Hello. Блин, are you here? Are you young? Are you old? Она здесь появится. Hello. Так, блин, давай я отойду. Уходим. Бля, блин, по-моему, заклинило. МПшку. В смысле? Да, заклинивают за пятерку. Да, Даша, уходим. Посмотри. Уходим. Посмотри, посмотри, посмотри. Давай, показывай. Ну я не уверен за Беги! Себя. Беги! Вот, показываю. Я тебе верю, Алекс. Бросай. Да я сам себе не верю, ты проверь лучше. Да. Где она? Вот она, вот она, вот она. Вот она. А что так лениво бродит? Ты устала, да? Я тоже, если честно. Так, Алекс, уходи! Не-не-не-не-не-не. Давай обратно. Да все, ушел. Оп. А я обратно. Оп, а я сюда. А ты прыгать через бревна не умеешь, да? Так, ну я не знаю, я тебе поверю. Так.
Ну не знаю. Блин, походи сейчас. Сейчас пока до атаки, еще походи с МПшкой. Ну у меня, ну, прямо аж, ну куда? Он за пятерку ложился до конца, у меня пора ду-ду-ду-ду. Хотя я уже ошибался, поэтому. Но, может, это пофиксили? Всего. Мне кажется, что она очень тихо ходит, несмотря на дождь. Ну я очень. А минуса у нас не было? О, давай еще раз стрельнем. Нету? Не, 5 градусов. Постоянно 5 градусов. По-моему, у демона. Вообще имела в виду. Ну, не знаю. Что пнуло? Только что слышишь, она что пнула. Она что пнула, по-моему. Олеж, Алекс говорит, что у нас МП-5. Теоретически. Алекс меня оставил? Давайте, хорошо, я сюда отбегу, чё подальше. Угу. Да, я ее тут не особо слышу, кстати. Я шагов ее почти не слышу. Да, да, она рядом. Алекс, аккуратно. Хочешь, обкури ее, кстати. Ну, наверное, уже поздно. Сейчас закончится атака, ну, ты потратишь просто чё? Зря. Никогда не поздно покурить. Поздно. А, да, все. Надо ее обкурить на следующую катку. А что это нам даст? Блин, я, по-моему, с выключенным МП ходила. А что, даст времени больше? Так, а блин, по-моему, я МП не включила, когда я ходила тогда. Прикинь, как... Атака! Алекс, сзади, сзади, уходи! Да, я не включила МП, вот лох. Ну прикинь. Сейчас он сработает. Я вторую ищу. Кури, 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 кури его. Кури ее, кури, кури ее. Давай. А где? Больше нечего курить? Я ж не ходил, больше новую не брал. Я что, скурил уже? Когда? Ну что, во время дуэта. Уходи. А, то есть она не обкуренная. Ну ведет себя неадекватно, если честно. Не знаю. Так. Не могу вторую пушку найти. Щупай, смотри, не знаю, у меня так очень сильно зашпарило, но... Блин, что ж там падает? Не вижу. Троечка! Ну, 3 максимум у меня. Алекс, атака! Сзади! Ай, сучка, на тебе тапком, блядь! Ребят, давайте поверим Алексу и поедем домой. 5! 5! Откройте же мне... Пятерка! И тут 5! И там 5! Мюлинг, поехали! Ставьте мюлинга! Ребята, я надеюсь, что сейчас мюлинг! 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 Подождите, по-моему, мне Стим присыл... Да! Да! Та-та-та-та-та-та! Алекс умирает, и у меня тоже начинает зашкаливать на 5. Так вот, я же говорю, чуть-чуть бы. Так и Олег видит по монитору, показывает. У тебя 5 по приборам показывает, а я сдохну опять. $1000
мне дали достижение в Фазме потратить 100 тысяч баксов. Ничего себе, ты богатый какой. Да? Нифига себе. Слушайте, ну вы не знаем, а нам таких достижений не давали, кстати. А я просмотрела, я даже не обратила внимания, что за достижение. Ну, ребят, я вас поздравляю. Мне даже... Да, мы справились. Ну, я надеюсь, что всем понравилось. Прошли, сделали, да. Это было очень круто. С вас лайк, жирный, большой, толстый. Подписочка. Конечно. Вырастет большая, ну вы поняли. Да. Всем хорошего, всего, пока-пока. Пока-пока-пока. Всем пока.